И полис получить, и все вопросы по медстрахованию решить теперь можно в одном месте. Первый в стране офис по защите прав застрахованных и выдаче полисов открылся в Барнауле. Мы представлены сегодня в 16 субъектах федерации, и в каждом из них мы планируем открыть по несколько подобных офисов. Основная связь застрахованная осуществляется дистанционно, либо в рамках лечебных учреждений. Однако подобные офисы также необходимы, потому что бывают ситуации, когда застрахованным нужна более полная, более системная консультация, и здесь они могут ее получить. Современный просторный офис, дизайн в фирменных цветах компании. В новом помещении есть все необходимое и для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Отделы по защите прав застрахованных, медицинской экспертизы и медико-экономический отдел уже находятся по новому адресу. В новом офисе можно получить консультацию, помимо того, что получить полис, получить консультацию по любым вопросам в системе здравоохранения, по платности услуг, по направлению к узким специалистам на диагностические услуги и много других вопросов, которые возникают у нашего населения. Уже больше 25 лет Рисамед защищает права застрахованных на получение качественной медицинской помощи. Это диспансеризация, первичные осмотры и консультации в лечебных учреждениях. На июль 2019 года алтайским филиалом Рисамед застраховано больше 1,5 миллиона человек. Роль страховых медицинских организаций очень важна, потому что действительно это законный представитель застрахованного при получении медицинской помощи. Это вот те эксперты различных уровней и представители, которые сейчас есть и работают, и которыми нашим застрахованным надо активно пользоваться. В Алтайском крае всего 70 офисов Рисамед. В них работает около 100 сотрудников. В среднем в день принимают 600-650 клиентов. Обратиться по любым вопросам в сфере здравоохранения можно по адресу улица Малоолонская, 17. Или позвонить на горячую линию Рисамед по телефону 8 800 292 04. Звонок бесплатный. Тата Геворгян, Антон Червяков. Новости.